but if find it, it will be quite easy. Okay, here, goes directly to the source. Here, we can go below. Here is the source, because we can go below. And you cannot hear. So you need to find the direction. Вот смотри, вот я иду по задней части руки, и вижу, в тебя четко совершенно вот попадает. Да? А вот передняя часть, да, которая... So, if I go against, it will not work. So, before we do anything, we need to find... Contact. You have the solution already. Actually, it's here. Видно, да, что вот с напряжением происходит, да? И дальше наша задача просто собрать тело таким образом, чтобы не встретить по дороге. Сейчас вот ноги подсобнуты еще. Вот если направить усилия по ногам, туда, куда мы идем, подняться. Тот же самый принцип, но здесь будет немножко сложнее, потому что, во-первых, руки обычно слабее, чем ноги. The same principle. Вот. Но работать должно так же. Да? То есть... It works the same way. Сейчас, эту, верхнюю часть. Вот. Здесь как бы, ну, вообще все тяжело, да? Поэтому... Hard to do here. Вот видите поясницу его? Вот туда нужно прийти. For his, spine. То есть найдите, откуда человек...